Новый учебный год в ЮСШ «Орбита» в поселке Дунай. Спортсмены начинают с новым оборудованием. В спортивную школу завезли тренажеры, сделали косметический ремонт. Теперь помимо силового тренажерного зала здесь появились тренажеры, направленные на кардиотренировки и для общей физической подготовки. Глава городского округа Александр Баранов проследил за ходом установки оборудования и поздравил юных спортсменов с открытием нового зала. Все подробности смотрите далее в сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни – это норма». Радостное спортивное событие в поселке Дунай детской спортивной юношеской школе произошло в начале учебного года. Долгожданные кардиотренажеры появились в одном из залов «Орбиты». 9 новых сертифицированных тренажеров уже завезли в спортивное здание. Данная закупка была совершена по программе развития физической культуры и спорта в Приморском крае. С учетом того, что в Фокино тренажерные комплексы уже имеются, решением администрации городского округа было принято решение завести их именно в поселок Дунай. Мы получили оборудование на 297 400 рублей, закупили тренажеры. И мной было принято решение все тренажеры, которые были закуплены, направить именно на спортшколу «Орбита» в Дунай. Поскольку здесь в Фокино имеется и спорткомплекс 259-й гимназии, спортшкола, плюс сейчас имеются также тренажеры в спортзале бассейна. То есть здесь, с учетом населения, достаточно тренажеров, они все современные, сертифицированные. Поэтому было направлено это все на Дунай. Для чего? Для того, чтобы расширить круг занимающихся. Поскольку основная масса там работает с железом, это разного возраста, так сказать, мужского пола, так сказать, товарищи. А для девушек, женщин, которые также сейчас активно занимаются спортом, не было. То есть, так называемая кардиотренажеры, вот это, там, беговые дорожки и там, другие. Вот это мы поставили для спортшколы «Орбита». С новыми тренажерами, несомненно, жизнь в спортивной школе поселка Дунай заиграет новыми красками. В первую очередь такая поддержка направлена на поддержание здорового образа жизни, физической подготовки. Такая практика давно уже проявила себя с положительной стороны Фокина. Здесь взрослые дети ежедневно занимаются на тренажерах, которые установлены в нескольких местах города. Это городской стадион, школьные площадки гимназии 259, школа номер 251 и в ДЮСШ. Генеральная линия развития социальной инфраструктуры края нашего губернатора. То есть спорт развивает по месту жительства. Это вот спортивные площадки, которые сейчас будут монтироваться у домов. Насыщение спортсооружением школ и других социальных объектов. С одной стороны, мы выполняем программу Приморского края, выполняем поручение губернатора по вовлечению в спорт. И самое главное, все это идет в плане исполнения 204 указа президента, то есть реализация национальных проектов. Для тренера, которому предстоит тренировать спортсменов с новым оборудованием, такая специфика не сложна. За плечами Станислава Пахомова не один тренерский год в силовом зале. В основном это тренажеры, они специфика их кардио, кардионагрузка. Но в основном они используются для сгонки веса и для общей физической подготовки. Конечно, я согласен с тем, что тренажеры такие нам в зал нужны. И спасибо, конечно, что привезли их. Вот. И для общего развития они, конечно, сыграет свою роль. Такой спортивный подарок пришелся по душе особенно директору детско-юношеской спортивной школы. С особенным трепетом и волнением рассказывает она о предстоящих планах на учебный год и делится уже наработанными успехами своей школы. В общем-то, мы ждали не очень долго. Вот. Наша администрация быстро провела эту работу по подвозу тренажеров. И в течение 2 месяцев примерно и заказали, и подвезли. Вы знаете, вообще вот этот последний год и даже 2 года назад нам очень помогла хорошо наша администрация,
не знаю, возможно, и краевая чем-то. У нас очень много закупленного всякого инвентаря. И маты, и обручи, и скакалки, и мечи, и шведские стенки, и всякие электронные доски, которые надо было. Все очень хорошо. Я даже не знаю, мы поставили все пластиковые окна в этом году до конца. Линолеум. То есть нужно кое-что дооборудовать. Вот эти все тренажеры, это сыграют большую роль для развития физической культуры и спорта в нашем городском округе и вообще в целом в поселке Дунай. Вообще старается наша администрация и помогает поселку Дунай. На сегодняшний день в ДЮСШ «Орбита» занимаются 330 человек. Цифры довольно внушительные. В школе имеется 8 отделений. Это шахматы, пауэрлифтинг, волейбол, баскетбол, мини-футбол, карате и бок. Мы стараемся привлечь детям к занятиям физической культурой и спортом. То есть поправлять свое здоровье, вот, и как бы занятость детей была. Ходят наши тренера, развешиваем мы объявления в школах. И сами тренера ходят по классам и говорят, какие у нас секции, и привлекают детей. Такой правильный подход к своей работе, который осуществляет коллектив ДЮСШ «Орбиты», приводит к динамичным результатам. Ребята с удовольствием посещают секции, достигают неоднократных побед на многочисленных различных соревнованиях. Единственным пожеланием у директора спортивного сердца Дуная остается желание привлечь новых, молодых преподавателей, чтобы спортивная школа Дуная вышла на новую орбиту.